Холодная. В общем, как-то так. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Так. Я еще по поводу говорил там про мужские решения, Грищук там. Народ, а какая температура? Победа! На скидку сколько? Плюс 6? Я думаю, градусов 14, может 12. Победа! По ГМБ и трактору. Так, братцы, в рядочек, пожалуйста, встаньте один раз. Где он был, этот рядочек? Я все снимал. Не волнуйтесь, но все-таки встаньте так вот. Трактор просто. Да, но вы молодцы. Я не пью, а там все пьют. Нет, еще трактор. Держи. Да, обнимаемся. Да. Лена. Густаву продолжим. А я думаю, я думаю, что я удобно. Да, но я почему-то не вижу Ивана Попова. Человек, который принес сегодня, насколько я понимаю. Давайте сейчас присню. Сейчас я еще разливаю. Там отрываю. Серега, что ты там? Оставь стаканчик. Евгеньевич, вы не пьете, вы же враг пьянства. Как это я не пью, враг пьянства? За такое событие, ребята. 13 километров надо бежать утром. Нет, нет, это само собой. 13 километров это само собой. Да, тепло стало? Да. Я считаю, что вот это вот был решающий момент в турнире. Когда Бадру сказал, если мы выйдем, мы купаемся. Да. Все. Это было полевое решение. Да. Сказали, сделали. По-грузински. Давай, все да. Правильно. Что ты грустишь, что ли? Тройку не попали. Тройку не попали, как повезло. Серега боец, Серега боец, еще не набрал очков. Это мы просто фору даем на следующий. Андрюшка, поработай немножко с камерой чуть-чуть. Я? Да. Ой, а кого-нибудь по суше нет? Я не против. Давай вот у человека, он вот, даже так столько умеется. Вот просто. Да, я снимал, я знаю. Она все работает, я просто хочу так немножко с ребятами, поэтому так, и на солнышко да. Наводи там. БГМБ. Какая самая лучшая команда в России? БГМБ! За БГМБ! А можно расшифровку? Ура! Ура! Победный бомбит! Вот так. А вы другую версию, да? Есть две версии, обе хорошие. Да. Есть еще две. В данный момент не будем о них. Да, в данный момент это похмельно. Да, на самом деле каждый внес неоценимый. Многие сомневались, что вы сможете войти в Европу.